Легендарный балет Мариинского театра проводит традиционный осенний тур по городам Поднебесной. На этот раз в Пекине, Наньчане и Шанхае зрители увидят жемчужины репертуара – Ромео и Джульетту Сергея Прокофьева и Баядерку Людвига Минкуса. Также в программе выступлений – большой гала-концерт. Зрители Поднебесной могут оценить весь масштаб и разнообразие талантов звездного коллектива. Ведь российская балетная труппа привезла в страну не только свои культовые постановки, но и лучших танцовщиков. Ведущие солисты Мариинки начали осенний тур на сцене Национального центра исполнительских искусств китайской столицы. Следующий город в программе – Наньчан.